Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзорчик еды, и сегодня на обзоре у нас будет, в общем-то, сэндвич из Бургер Кинга. Сэндвич это называется, как, сейчас я вам скажу, этот сэндвич называется Grilled Chicken Barbecue, и стоит он аж 190 рублей. 190 рублей, за эти деньги, наверное, в Макдаке можно там два Биг Мака купить, что на самом деле по объему будет больше. Ну, в общем-то, посмотрим, что по вкусу у нас. Вот такой вот здоровый сэндвич. Ну, здоровый как? На самом деле, ну, как Биг Тейсти, наверное, по размерам. Ну, еще я взялся наггетсы, как бы, потому что я их просто люблю. Опять я взял 9 наггетсов по купону. То есть так они стоят там 120 рублей, а так мне сделали за 79 рублей. В общем, ну, наггетсы я не буду показывать. Они, в принципе, помню, был уже на них обзор. Я их уже обозревал. Так что вот так вот. Ну, всего у меня вышло на 268 рублей. Но этот стоит на 189. Так, ладно, давайте посмотрим. Так, что у нас здесь есть? Такая упаковка Бургер Кинг. Я не понимаю, что вот эти цифры значат. Типа, это Б, что ли, типа большой? Или это цифра 5? Ладно, короче, разберемся. Бургер Кинг. В принципе, все стандартно. Так, смотрим, что у нас здесь имеется. У нас вот такой вот, как бы, сэндвич. Так, пахнет у него прям соусом барбекю. Значит, смотрим. Булка у нас без кунжута, такая вот, как бы, тут разрезик такой, типа, красивый сделан. Что внутри? Жареный лук вижу. Вижу помидорки. Так, листья салата. Сейчас берем их в сторону. Помидорки, салат. Так, еще лук. Вот это бекончик, типа, да, типа вот этот бекончик, да, там должен быть бекон. Соус барбекю, вот видите, такой вот, как красненький. И здесь у нас такая вот здоровая куриная котлета. Ну, котлета обычная, в принципе, думаю, все ее. Ну, короче, обычный кусок курицы пожарили на гриле. Кстати, проверим на гриле, как были просто в их печке. Ну, по запаху, как будто только что с гриля. Кстати, тут есть вот эти вот полосочки, то есть, типа, на решетке. В общем, ладно, не знаю, посмотрим, как бы, на вкус посмотрим, на гриле было сделано или нет. Ну, вот так вот, в принципе, аппетитно он выглядит в готовом виде. То есть, так вот, большой такой аппетитный сэндвич. Ну, давайте я попробую. Ну, что это, довольно вкусная штука. То есть, чувствуется здесь котлета куриная. Ну, котлета, на самом деле, чувствуется так, второстепенно уже. А так чувствуется бекон, жареный лук и соус барбекю. Ну, вкусная булка, в принципе, вкусный сэндвич. Не знаю, мне лично понравилось. Ладно, в общем-то, такой был у нас сэндвич сегодня на обзоре. Вот так вот он красиво выглядит, много здесь всего. Ну, за 90 рублей не знаю, как бы стоит он своих денег или нет. Ну, в общем-то, там все. Вот так вот, как еще раз называется сэндвич Grilled Chicken Barbecue сегодня у нас был на обзоре. Ну, а на этом, в общем-то, все. Всем удачи, всем пока!